Медаль Нахимова учреждена 3 марта 1944 года. Медаль Нахимова – флотский аналог медали «За боевые заслуги». Медаль Нахимова, как и медаль Ушакова, предназначалась для награждения матросов, старшин, солдат и сержантов флота, но были случаи награждения ее офицеров, что являлось высшим признанием личной храбрости командира. Авторы рисунка медали – художники Диадоров, Хомич, Волков. Диаметр медали 36 мм, материал бронза. На медали помещено рельефное погрудное изображение профиля адмирала Нахимова. Лента медали голубого цвета с проходящими через нее тремя продольными белыми полосами. Общее количество награжденных – 14 тысяч человек.